Для большинства из нас Великая Отечественная война – это история, но для тех, кто прошел через ее фронты, она осталась тяжелым воспоминанием. Николай Васильевич Финько родился на Урале в Челябинской области. Закончив 7 классов, он пошел работать. А когда юноше исполнилось 17, его призвали в армию в Челябинское танковое училище. Когда закончил там танковое училище, примерно год, нас собрали в клубе завода и сказали: завтра вас поднимут ночью по команде. И их подняли по тревоге, зачитали приказ Сталина, раздали ключи от танков и отправили на фронт. Как вспоминает Николай Васильевич, все происходило очень быстро. Прибыли мы в район Великие Луки. Это уже была прифронтовая полоса. Часов наверное, в 5 приехали туда, выгрузили танки. И тут командир полка сказал вот заехать в лесок до вечера. Там будем готовиться к следующим действиям. Загрузив припасы и проверив снаряды, солдаты ринулись в бой. Каждый, забыв про страх, был готов биться за родину с ненавистным врагом. Несмотря на весь ужас, творившийся вокруг, Николай Васильевич никогда не терял веры в победу. Прыгнул из танка и выскочил, а тут такой огонь сильный. Нельзя голову поднять. Я упал на пол, полежал, а потом думаю, а как же выполнять мне приказ командира полка? Я подумал, давай ползком попытаюсь. Ползком полз, я прополз, мне то, наверное, там 20-30 уже и устаешь. И далеко ползти, что метров, наверное, 500. Несмотря на препятствия, выполнить приказ Николая Васильевича удалось, но молодой солдат был тяжело ранен. Тут перевязали мне все, что смогли сделать. Вот. И оказалось, как гвоздь, даже не помню. Долго операцию делал, там менял, что сделали. В результате меня отправили в госпиталь, и я лежал в госпитале 6 месяцев. После пулевого ранения Николая Васильевича отправили в тыл подготавливать молодых бойцов. И уже когда война закончилась, его по распределению отправили в наш город. Сегодня Николаю Васильевичу 91 год, и за его плечами богатый жизненный опыт. 37 военных наград, более 60 благодарственных писем, значок почетного ветерана Великой Отечественной войны. Но самой важной наградой в его жизни он считает свою любящую семью.